popping bottles in the ice like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. Am I right? Like 3-6. Now I'm feeling so fly. Like a G6. Like a G6. Like a G6. Now I'm feeling so fly. Like a G6. Like a G6. Like a G6. Now I'm feeling so fly. Like a G6. Give me that mo-mo wet, wet. Give me that crystal. Мой чемодан готов к отлету. Мне осталось только допаковать вот эти средства, которые я вчера забыла. Я тоже готова к отлету. У меня сзади пробивается яркое семиутрешнее солнышко. Так, ну все. Самолет через 2 часа. Ну что, я готова. Легкая курточка, потому что зачем мне куртка, правда? Несмотря на пробку, около Бруклинского моста в 30 минут я все успела. Ребята, я в Майами, даже не верится. А не верится, потому что солнышко пока нас не особо балует. Это во-первых, а во-вторых, потому что мне очень странно, если честно, ощущать себя в Майами, как, ну, типа в отпуске. Потому что обычно я куда-то, если лечу, то это всегда отпуск. Но в силу того, что я в Майами жила уже до этого, то мне очень сложно воспринимать места, где я жила, как отпуск. Например, как я, когда возвращаюсь в Москву, или если я когда-нибудь снова приеду в LA, мне тоже будет сложно воспринимать это как курортную зону. Поэтому если раньше я в Майами приезжала, когда в отпуск, то для меня это было прям типа, о, отпуск, то сейчас... Это такой, не знаю, какой-то не travel-влог, а будний влог. Смотрите, какой у нас вид. Это даунтаун Майами, поэтому океана здесь не ждите. Зато ждите высотки. Не, ну прикольно. Еще у нас вот здесь окна в пол, тут спальня, а тут гостиная. У нас друг с нами. Привет! С нами. Какая у нас спальня. Я даже не посмотрела, какой у нас этаж, если честно. Нам очень повезло в прошлый раз с квартирой. Мы идем на ужин. Все такое летнее, все такое яркое. Я просто рада, что я без куртки. С голым животом. Мы уже прилетели достаточно поздно, поэтому у нас сейчас ужин по плану. Потом мы зайдем, купим продуктов, прогуляемся еще по району. И нужно будет вечером поработать, потому что завтра у моей подружки рабочий день. У меня завтра косметолог, много планов. Нашествие собак. В Майами очень много собак. Везде. А вон там еще две. Смотрите, какие огромные. Огромная какая черника. Просто она с мой палец. Вообще, представляете? Черника размером с палец. Даже больше. Обалдеть. В Нью-Йорке я такой, кстати, не видела. И вот таких ягод тоже, чтобы по 3 разных, тоже не видела. Все, здание состоит из вот таких вот интересных колонн. Можно разглядеть лицо человека. Вот видите лицо? Ну, не человека, конечно. Я пришла себе за кофе с утра. Здесь свой собственный кофе-бар. Очень удобно, что это прям под домом, потому что потом мне нужно будет уже убегать к косметологу. Хочу, кстати, обратить внимание, что кофе стоит 4,50. Это просто дешево по сравнению с Нью-Йорком. Я уже отвыкла от таких цен, потому что последние дни, куда бы я ни зашла,
любой капучино, даже самый маленький, стоит $6.5, а то и дороже. Боже мой, как приятно. Как приятно быть в тепле. Смотрите, как у нас красивое лобби. У нас точно такие же в этом во Франции были в магазине. Вот, и я очень давно искала что-то похожее. Вот, я не могу поверить, что нашла в Майами абсолютно такие же блинчики. Каждый такой вот в отдельной упаковочке. Я таких никогда не видела. Первый раз я увидела это в Париже. И вот теперь здесь. Катя, мой косметолог в Майами, которого я случайно нашла, и это была лучшая находка вообще, пока я здесь жила. И поэтому каждый раз, когда я в Майами, я обязательно сюда к ней прихожу. Мой праздник души и тела в Майами – это еда, потому что в Майами самая вкусная еда. Я обожаю. Мы встретились с Рэйч. Рэйч, hello, my favorite person. And now we're having lunch. А сзади меня, кстати, даунтаун Майами. Вот можно видеть там. Такая красота. И лодки, конечно же, везде. И мы с Рэйч. Рэйчел показывает мне этот секретный путь, и вот мы сейчас тут эксплорим дома и яхты. Здесь никого нет. Я после косметолога еще, кстати, ничего выгляжу, но это правда, немножко тонального средства, вот, а вообще, да, мы идем, короче говоря, по этой тропинке, здесь никого нет. Я ни разу здесь не была, поверить не могу, потому что я жила очень близко к этому месту, буквально в 5 минутах отсюда, и я постоянно гуляла там мимо этих домов. Это одно из самых моих любимых таких мест, таких calm тропиночек, где никого нету, мне очень нравилось. Но здесь я ни разу не была. Вот, и смотрите, как тут красиво. И красивые квартиры. Я хочу посмотреть, сколько стоят квартиры в этом доме. Смотрите, ребят, какие дома красивые, дорогущие, с яхтами, парковкой для яхт рядом с домом. У меня так, конечно, пушатся волосы в Майами. С одной стороны, это объем, а с другой стороны, небрежность. Что вы думаете по этому поводу? Я приехала на South Beach, на тот самый South Beach, на котором мы жили, то бишь Майами Бич, он же небольшой остров напротив даунтауна Майами, где я остановилась в этот раз. И это, кстати, очень необычно для меня, потому что я все свое время жила здесь, на Майами-Биче, и в даунтаун ездила только иногда, редко. И я не знаю, каково это, как бы, жить там, находиться там. И если бы я второй раз переезжала, я вот, наверное, бы задумалась, стоит ли мне все-таки продолжать жить на Саус-Биче, либо, ну, переместиться в даунтаун, потому что у меня очень много друзей, на самом деле, живут в даунтауне Майами. И поэтому это очень, я прям рада, то, что у меня сейчас в этот раз есть такой экспириенс пожить там, в даунтауне. Но я все равно здесь, снова, потому что у меня подружка здесь живет. И вообще я очень люблю South Beach, ну, естественно, тоже здесь пляж. И потому что здесь немножечко такая другая атмосфера, более такая какая-то отпускная, скажем так. Вообще мне так интересно получилось, что в эту поездку у меня здесь живет больше друзей, чем когда я жила здесь до этого. Потому что очень много моих друзей переехали совсем недавно из Лос-Анджелеса в Майами или из Нью-Йорка в Майами. Поэтому в этот раз, когда я сюда приехала, все хотят увидеться. И моя задача номер один — просто успеть все, что возможно за этот очень-очень короткий промежуток времени. Поэтому я стараюсь снимать влог, но в то же время мне очень хочется побыть в моменте и пообщаться со своими друзьями, которых я давно не видела, естественно.
Я должна вам признаться, у Майами есть минус один. Это очень вкусная еда. Поэтому я поймала себя вчера на мысли, когда была на ужине, что я не могу просто выбрать из меню, что мне взять. И я вспомнила, что когда мы здесь жили, мы очень часто ходили, к сожалению или к счастью, во всякие кафе, которые очень вкусные, либо бич-бары, кафе-рестораны. И я очень много набрала, мне кажется. Ну как много, килограмма 3-4. Но для меня это прям много. И все потому, что еда очень вкусная. Asian fusion, либо modern cuisine. То есть это такая экспериментальная еда, когда ты смотришь в меню, и они сочетают разные такие несочетаемые продукты, и хочется все попробовать. И все действительно очень свежее и вкусное, и ты просто не можешь остановиться. То есть это развивается какой-то просто РПП. Поэтому, если честно, я боюсь, что если я когда-нибудь сюда вернусь, я просто снова начну очень много есть. Ну и еще один минус Майами, не будем его забывать, это, конечно же, очень расслабленный вайб и хорошая погода, поэтому, когда на улице так прекрасно, знаете, очень совестно оставаться дома и работать над чем-нибудь, потому что хочется просто все время быть на улице. Мы только что с Рэйчел это обсуждали, что у нее так же. То есть ты не можешь находиться дома, тебе хочется выйти на улицу. А поскольку сейчас в Нью-Йорке зима, то я вообще без зазрения совести сижу дома, монтирую влоги, там, работаю над сайтом, все что угодно. Поэтому, опять-таки, вернуться в Майами — это рисковать прокрастинацией. Зато 10 тысяч шагов в день обеспечены, потому что я всегда много здесь хожу. Смотрите, какой красивый желтый домик. Ну, не прелесть? Вот это одна из моих локаций любимых для автосессии. У меня здесь прошло очень много классных фотосъемок. Я жила как раз на другой стороне острова. Мне 5 минут на велосипеде было приехать сюда на пляж. И вот эти прекрасные тропиночки, дорожки были одна из моих любимых объектов. Очень много в Майами красивых локаций. Я должна заметить, что вот даже сейчас, если мне не изменяют глаза, то картинка очень яркая. И в Майами вообще все цвета очень яркие. Сейчас, при том, что облачно, и зима, то бишь не совсем сезон, конечно, может показаться, что листва чуть-чуть такая темно-зеленого цвета, но вообще в Майами всегда так красочно, что просто вау. Мы решили позавтракать в новом месте, оно недавно здесь открылось, и оно сейчас очень трендится. Вот. Хотела вам показать, я зашла в Зару, не удержалась, купила себе вот этот свитерочек, правда, не на распродаже, к сожалению, и вот эту юбочку, которая сливается с моим одеялом. Я ее, кстати, искала в Испании, но она была sold out, распродана везде. Когда я ее увидела, я подумала, боже, какая прелесть, что она здесь, в Майами, есть. Потому что в Нью-Йорке, естественно, другой... Сейчас вам покажу. Другой ассортимент. Вот такой вот он классный, он укороченный, все как я люблю. Немножко рваненький тоже, что сейчас очень в тренде. И, естественно, серебро. Вот этот металлик, точнее, он сейчас тоже очень в тренде. В общем, мне дико понравилось. Вот, а еще я увидела то, что здесь в Майами, в Заре, есть self-checkout. То есть там такие, знаете, большие как бы корзины. Ты просто кладешь в нее вещь, и она автоматически сканируется. Если, я не знаю, если есть такие где-то в каких-то магазинах в России. Или вот в Европе точно есть, там было такое. И это так удобно, что не надо стоять и ждать просто...
3 часа очередь в кассу, потому что в Заре всегда очередь. Мы приехали кататься на лошадках. Сейчас у нас будет часовой урок на лошадях. Отсюда смотри. Наши лошадки. Лошадочки. Нелли прыгает на лошадке. Ну как прыгает? Рысью. Нет. Как это называется? Боже, какая вкусная пара. Смотрите, какой у нас красивый столик. Смотрите, какой классный чай-латте с шотом эспрессо, а у Нелли просто чай-латте. Какая красота! Такие розовенькие. Называется Rose Petal, то есть с добавлением розового какого-то там сиропа или чего-то. Смотрите, какая милота из новой коллекции. Боже мой. Obsessed. Еще есть в белом цвете и в черном. Смотрите, какая красота. Цыплята, смотрите, какие масенькие. Такая маманя, сразу встала. Да, и мамка. Тоже. Вон там петухи тоже. Забавный факт, в Майами снимали Декстера, но когда я здесь жила, я еще его не смотрела. Я его посмотрела впервые полгода назад и просто залпом, сразу, по-моему, за неделю или две. И теперь я здесь, и с этой перспективы этого сериала так интересно смотреть на Майами. А мы были, кстати, в этом ресторане и не раз, когда здесь жили. Наш замок. Мой.
крокодильчики на этом островке. Но что-то не вижу. Смотрите, как здесь классно. Много собак, есть такие лавочки. Вот, и здесь жилые комплексы очень прикольные. We'll be right back.